Галкин показал подросших детей от Пугачевой. Поклонники не раз называли Максима Галкина примерным семьянином и идеальным отцом. Пара воспитывает 4-летних близнецов Гарри и Лизу. Несмотря на плотный рабочий график, гастроли и частые поездки, Максим старается уделять внимание детям и всегда в курсе того, что происходит в их жизни. На днях телеведущий опубликовал в своем микроблоге видео, показав фанатам, как повзрослели его дети. Мы видели осьминога с оранжевыми глазами. Лиза и Гарри регулярно занимаются у логопеда, который ставит малышам правильную речь. Поклонники артиста уверены, что Максим готовит своих детей к звездному будущему на телеэкране и специально для этого приучает малышей к видеокамере. К слову, в одном из интервью шоумен признался, что его дети, как и малыши Филиппа Киркорова, обречены на известность. Сам Галкин надеялся скрыть от общественности факт рождения Лизы и Гарри от суррогатной матери. Однако этого сделать им с Пугачевой так и не удалось. После того, как в прессе появились первые снимки детей, телеведущий принял решение публиковать фото и видео с Лизой и Гарри, чтобы фанаты могли видеть, как растут близнецы. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!